следуем традиции средневековой философии, которая вся примечания, схолии, комментарии, заметки на полях. Так, о Евгении Николаевиче Трубецком, Владимире Францевиче Эрни некоторые замечания. Но хотелось бы представить одну картинку, представить наших героев как-то так наглядно, визуально, примерно как в этом зале. Можно это сделать глазами Алексея Федоровича Лосева. Тогда Алексея Лосева в 11 году он приезжает в Москву и приходит на заседание, одно из заседаний группы «Путь». Так он примерно об этом пишет. Только что он прибыл из своего Новочеркасска, где зачитывался трудами русских философов, своих старших современников. Ну и вот что он пишет об одном из таких заседаний. Каждый месяц в роскошном особняке Маргариты Морозовой собирались философы на свои заседания. Многих из них я, конечно, знал по литературе. Знал Трубецкого, Бердяева, Булгакова. Среди них масса молодых мелькала. Бывали там Сергей Дурырин, Владимир Эрн. Да, в августе 11-го я только в Москве появился, а спустя 2 месяца смог услышать своих кумиров. Я и сейчас вижу, как в середине сидит председатель Рачинский, рядом с ним докладчик Вячеслав Иванович Иванов, полевей, такая грузная, мощная фигура Евгения Николаевича Трубецкого. А направо Сергей Дурылин сидел и Владимир Эрн. И я сразу почувствовал, что все они действительно живут теми идеями, которыми я пробавлялся в своем Новочеркасске на Михайловской улице. Так я и оказался с самого начала учебы в Московском университете, в самом центре русского соловьевского мировоззрения. Здесь важно, пожалуй, вот это замечание. Ну, и были молодые, Эрн и Дурылин. Да? Это важно, как я постараюсь подчеркнуть в своем докладе. Рассмотрение взаимоотношений Эрна и Трубецкого при всей вроде бы локальности данной темы позволяет, тем не менее, прояснить некоторые любопытные моменты в очень насыщенном философском контексте начала XX века. Сложность личных и творческих взаимоотношений определялась целым рядом специфических обстоятельств. Нужно помнить не только о том, что Эрн 1882 года рождения и Евгений Трубецкой 1963 года рождения, люди разного возраста, 19 лет разница, это люди разных поколений, хотя этого достаточно для нестроения во взаимопонимании. Важно, что Эрн студент брата Евгения Николаевича, князя Сергея Николаевича Трубецкого, студент заинтересованный, внимательный и благодарный. Можно и нужно показать, что именно в наследии Сергея Николаевича Трубецкого было востребовано Эрном, и что получило специфическое продолжение и реализацию в его собственной концепции логизма. Мы знаем, что еще в гимназические годы в Тифлисе Эрн вместе со своим другом Флоренским читали и продумывали диалоги Платона, к наследию которого оба обращались на протяжении всей последующей жизни. Обсуждали проблематику учения Соловьева, а также работы его друзей и соратников Льва Михайловича Лопатина и князя Сергея Николаевича Трубецкого. Позже в Московском университете Эрн и Флоренский слушают лекции Лопатина и Трубецкого, прекрасных знатоков древней и новой философии. Важность для Эрна и Флоренского университетских лекций и сочинений Сергея Трубецкого нужно отметить особенно. Старинный друг и соратник Владимира Соловьева, кроме того, заинтересованный собеседник Адольфа фон Гарнака и Германа Дильса, именно Трубецкой энергично подчеркнул роль протестантизма для генезиса и самой сути европейской философии нового времени, как философии субъекта прежде всего. Имея в виду личность как принцип субъективной достоверности, Трубецкой утверждал, верховный принцип новой философии есть идея личности, субъекта имеется в виду, ее критерий – личное убеждение, ее исходная точка – личное сознание в троякой форме, личного откровения, личного разумения и личного опыта, то есть реформа немецких мистиков, реформа Декарта и реформа Бэкона. К этим характеристикам Трубецкого восходит эрновское, разделяемое флоренским, понимание новой европейской философии как философия рацио. Вместе с тем, именно Трубецкой противопоставил новоевропейскому субъективизму учение о соборности человеческого сознания, а также внимательно и обстоятельно проследил учение о логосе в его истории, предоставив ресурсы для эрновской концепции античнохристианского логизма. Вместе с тем,
Эрн, похоже, был достаточно равнодушен к философским идеям Евгения Николаевича Трубецкого. Можно вспомнить также политический аспект. Евгений Трубецкой – представитель вполне респектабельного направления, конституционный демократ. В 5-м году Витте предлагал ему пост министра народного просвещения. Трубецкой – член Первой Государственной Думы, затем член Государственного Совета, основатель партии мирного обновления. Напомню, Эрн с 5-го года участник такого достаточно все-таки маргинального, конечно, да, пускай радикального, но маргинального объединения, как Христианское братство борьбы, где они вдвоем не совсем корректно это говорить, но, на мой взгляд, совершенно был какой-то бесноватый человек, Валентин Павлович Свинцицкий. Вот. И это то время, которое затем Эрн всячески отрицал и всячески сожалел об этом. Это любопытный момент, но вот ко времени знакомства с Трубецким примерно вот в такой ауре Эрн представал. Он еще не успел даже поссориться со Свинцицким. Тем не менее, оба путейцы, причем входят в редакционное ядро религиозно-философской группы «Путь» вместе с Рачинским, Булгаковым и Бердяевым. Ну, идеология пути достаточно обстоятельно исследована современными авторами. Не будем возвращаться к общим характеристикам, а вот остановимся вот на каких любопытных вещах. На самих отношениях между путейцами, которые были очень и очень неоднозначными. Ну вот Эрн жене своей пишет в Тифлис 18 февраля 2010 года. Прекрасное письмо. Вчера у нас происходило совещание с Трубецким. Обсуждается проект будущего книгоиздательства «Путь» и религиозно-философской группы «Путь». Вчера у нас происходило совещание с Трубецким. Три мистических философа поистине соединены солидарностью. Булгаков меня восхищает, а Бердяев эстетически радует. У меня общий ком впечатлений. Великолепное звездное небо, прекрасные кудри Бердяева и масса пирожных, печений, мармеладов у Трубецкого. Сонный и хладный душой князь, какие-то переговоры на расстоянии пистолетного выстрела, и в результате журавль все почему-то летает и не хочет садиться. Ну, бог с ним, пусть себе полетает. Мне уже приятно и то, что нас широко приглашают в московский еженедельник, да, редактором и лидером которого был Трубецкой. Очевидно, бедный журнальчик чахнет, и его может спасти только усиленное питание. Князь три раза повторил, что моей статье об Уильяме Джеймсе очень рады, вообще просят содействия. К сожалению, приглашая садиться, не указывает ни одного свободного стула. Мы, то есть Сергей Николаевич и я, чувствуем себя неопределенно. Здесь имеется в виду, видимо, и реальная какая-то ситуация, физическая и метафорическая. Речь идет о разделении обязанностей вот в этой будущей структуре. С одной стороны, пожалуйста, с другой, никаких полномочий. Я-то радуюсь исключительно из-за того, что мой финансовый кризис смягчается, и я что-нибудь заработаю. Но вот если книга издательства осуществится, тогда дело другое. Там можно по-настоящему поработать и совершить истинно культурное дело. У нас же самые обширные планы. Забегая вперед, напомню, что Булгаков и Эрн были, пожалуй, самыми креативными фигурами. Именно они придумывали сборники, именно они делали предложения, именно они искали авторы. Большая часть работы, конечно, приходилась на Булгакова, но вот замыслы, да, здесь Эрн, конечно, очень большую роль сыграл. С другой стороны, мы должны вспомнить, что князь Евгений Николаевич был очень критично настроен по отношению к остальным участникам предприятия. Ну, сегодня уже отмечалось кое-что отцом Георгием. Я напомню, дилетантское богоискательство Бердяева, постное масло Булгакова. Вот. Ну и более того, Трубецкой определял, да, Эрн подпустил кваса и патриотизма. А более того, Трубецкой определял в частной переписке, конечно, Булгакова, Эрна и Вячеслава Иванова как пигмеев. Вот. Это, конечно, публично не проговаривалось, но в письмах к Маргарите Кирилловне все это звучало. То есть история взаимоотношений Эрна и Евгения Трубецкого – это скорее история конфронтации. Ну, вспомним несогласие Евгения Николаевича с первоначальным вариантом коллективного программного заявления группы «Путь». А в составлении этого документа Эрн принимал, я думаю, чрезвычайно важное участие, в этом трудно сомневаться. Нужно вспомнить полемику с Эрном, касающихся источников мировоззрения Григория Сковороды. Нужно вспомнить спор о теории познания Владимира Соловьева, а также разногласия по поводу метода историко-философского исследования.
Ну, вот напомню, несогласие Трубецкого с программным заявлением пути. Ну, текст прекрасный, если позволите, я все-таки его зачитаю, обновить в памяти, мне кажется, стоит такой документ. Из Флоренции, 25 марта 2011 года. Дорогие Григорий Алексеевич, Сергей Николаевич, Николай Александрович и Владимир Францевич, к сожалению, я совершенно не могу подписать присланное мне предисловие, и не только подписать, но и взять на себя за него ответственность. Верю в религиозное призвание России, но народом-богоносцем назвать ее не решусь, считая это совершенно невозволительную и ничем не оправданную национальной гордостью, если только не признать богоносцами всех вообще христианских народов. Покорность преданию и историческое сыновство, в кавычках, без ясных очень оговорок для меня неприемлемы, ибо у нас есть два и даже три предания – от Бога, от дьявола и от человека. Я должен ясно сказать, которому преданию я верен, а в кратком предисловии это нельзя. Верность свою православию могу подчеркивать только при одном условии, ясно отделив историческую скорлупу, которую я отбрасываю, от вселенского зерна, которому я верен. В кавычках, неискаженный облик Христа считаю не конфессиональным, а сверхконфессиональным, и окончательно отказываюсь верить, что он в православии менее искажен, чем на Западе. Только у каждого искажение свое. Словом, в присланном мне предисловии материала для спора по существу сколько угодно. С этой целью прилагаю при этом письме измененный проект предисловия, в котором я умышленно не вношу ничего своего, а беру только то, что для меня приемлемо из присланного мне проекта. Ну вот, собственно говоря, этот текст Трубецкого, он и появился в качестве программного предисловия в издании, которое называется «Сборник первый» у Владимира Соловьева. Пусть мой проект предисловия несколько сух и бесцветен. В коллективной работе, когда есть некоторые различия взглядов, это неизбежно. Но пространное предисловие и не нужно. Ведь вопросы о призвании России, о ее будущем, о значении православия будут неоднократно ставиться, решаться каждым из нас в отдельности. Вообще же думаю, что всем нам как можно больше нужно делать и как можно меньше обещать, как за себя, так и за Россию. Нужно осуществлять религиозное призвание России, а не трубить о нем заранее. Иначе повторится ошибка Соловьева, который ведь был больше нас всех. Обещал за Россию Третий Рим, всемирную теократию, а вышел красивый мыльный пузырь. Причем сам же Соловьев его проколол. Крепко и троекратно всех вас четырех целую. Христос воскресе. Ваш князь Евгений Трубецкой. Ну, вот так. Прекрасный текст, конечно. Конечно же, некоторым медиатором отношений Трубецкого и Эрна выступала Маргарита Кирилловна Морозова. Ведь ее неспешно, но настойчиво духовно окорблял Сергей Николаевич Булгаков, подбирая литературу, объясняя вопросы догматического содержания учения Православной Церкви. И вот Морозова, к примеру, после знаменитого выступления Эрна, кстати, в журнале Трубецкого, да, «Нечто о логосе русской философии и научности», начало полемики с философами круга неокантианского журнала «Логос». И вот Морозова 17 августа 2010 года пишет. И вот примерно представляем, как князь это воспринимает, а можно попытаться представить. «Я в восторге от того, что Эрн говорит в своей статье против Логоса, об отсутствии систем у русских мыслителей. Всякая система лжива, плод кабинетности» — это микроцитаты. «Соловьев призрачен там, где он оставляет путь интуиции, обольщается миражом систематичности». Мы должны помнить, что в это время Евгений Николаевич уже работает над своей большой книгой «Миросозерцание Соловьева». И вот эти строки, которые пишет любимая женщина, они, конечно, совершенно замечательно ложатся на его философское сердце. «Этот ужасный гибельный диалектический метод, мертвое начало, потому что всегда все им создано и гибнет с течением времени. Бессмертным остается то слово, которое сказано из глубины и мук души, пережито, хотя и могло современникам казаться непоследовательным. Вот суть того, что надо, что не должно быть дилетантским богоискательством Бердяевых и Булгаковых, но ему мало быть и философии, хотя бы прекрасной. Должно быть живое искание, живое дело, прекрасная жизнь. По-моему, кроме этого, надо написать новую теорию познания, динамическую теорию познания, как хорошо сказано у Эрна. Кажется, у Соловьева есть только намеки на это, но нет ли чего-нибудь более определенного?» Конец цитаты. Вот. Тем не менее, были примечательные согласия, которые тем более любопытны, что, повторяю, очень разные люди, Эрн и Трубецкой. Ну вот, например, когда оба оказываются в Италии, в Риме,
Вот что открывается относительно Владимира Соловьева. Трубецкой пишет Морозова из Рима 12 января 2011 года. Через пару месяцев Эрн поедет в Рим. Трубецкой пишет: «У меня тут сильное переживание. Как-то вдруг и Рим, и работа о Соловьеве сошлись в одно, и не случайно. Пишу я как раз про соединение церквей и папизм Соловьева». То есть пишу сейчас соответствующие разделы своей работы. «Пишу я как раз про соединение церквей и папизм Соловьева, и все вспоминаю, что он не был в Риме. А между тем, какое откровение Рима о католицизме? Как тут каждый камень вопиет о его духе? Вижу я тут громадные храмы Петра, Павла, Мария Маджора, все без малейшего религиозного настроения. Мраморно-золотые великолепные дворцы, выстроенными папами для Бога. На всех сводах папские гербы, сочетание ключей Царствия Божия, вошедших в герб с гербами римских аристократических фамилий, из которых папы выбирались. Обхожу дворцы этих фамилий, Боргезе, Дорио Памфиле, и узнаю в них тот же мрамор и золото, тот же стиль и дух, те же гербы, как в храмах. Выстроили для Бога дворцы, а Бог в дворцах не живет, и народ это почувствовал. Отсутствие молящихся гнетущее, давящее. Сегодня был в соборе Павла в день повиновения обращения Павла. Храмовый праздник, торжественное богослужение. И что же, не было и сотни молящихся, меньше, чем у нас в захудалой деревенской церкви». Вот что сделала теократия и та внешняя власть, которую Соловьев считал условием действующего христианства. Сколько раз я убеждал Соловьева поехать в Рим, но он, кажется, просто боялся. А будь он здесь, гораздо раньше кончилась бы его теократия, и глубже бы он оценил православие, которое сделало одно великое дело, положило грань между мистическим и здешним. Конец цитаты. Нечто подобное, не читая, конечно, этого письма, это письмо Морозовой, нечто подобное через несколько месяцев пишет Эрн в своих письмах о христианском Риме. Там буквально говорится, как жаль, что Соловьев не был в Риме. Он сразу бы увидел, только побывав в Риме, видишь, насколько фиктивной является та самая теократия, о которой писал Соловьев. Это чрезвычайно любопытно. Ну и важно помнить, что, конечно же, два этих автора, будучи очень разными, тем не менее участвовали в совместных проектах. Да, первый проект – это тот сборник, о котором уже было упомянуто, сборник первый о Владимире Соловьеве. Там Трубецкой дал работу «Владимир Соловьев и его дело», да, такое некое краткое комплексное рассмотрение этого вопроса. А Эрн, поскольку он специализировался по гносеологии, он предложил большую статью. Доклад, конечно, был кратким на вечере памяти Соловьева, а вот когда готовили материалы к изданию сборника, Эрн, конечно, расширил этот текст, и получилась почти 100-страничная статья, которая называется «Гносеология Владимира Соловьева». Кроме того, участвовали, конечно, оба этих автора и в сборнике втором о религии Льва Толстого. И опять-таки каждый подходил к этой теме, исходя из собственных интересов, исходя из формата своей собственной философской работы. И я напомню, Евгений Трубецкой рассматривает в своей статье спор Льва Толстого и Владимира Соловьева о государстве. Интерес Трубецкого понятен. Он юрист по образованию, он много занимался проблематикой взаимоотношения общества и государства, государства и церкви, изложив свои идеи в работах «Религиозно-общественный идеал западного христианства в V веке», «Миросозерцание блаженного Августина». У нас будут на конференции доклады на эти темы. Это 1892 год. И «Религиозно-общественный идеал западного христианства в XI веке», «Идеи Царства Божия» у Григория VII и публицистов его времени. Это работа 1897 года. Вот. «Как не отличны друг от друга Толстой и Соловьев», утверждает Трубецкой, опять-таки педалируя вот ту самую тему, которая только что звучала в его характеристике Рима и сожалением о том, что не был в Риме Владимир Соловьев. «Как не отличны друг от друга Толстой и Соловьев, объединены они общей религиозной задачей, которую каждый из них решал по-своему. Это практическая жизненная задача осуществления Царства Божия на земле. Оба они искали Царствие Божие и правды его, оба они поняли его как всеединство, в котором человек должен без остатка принадлежать Богу, как целостную жизнь, в котором должно исчезнуть раздвоение нашего земного существования.
И в этом оба были правы. Правы они были и в том, что это объединение людей в Царстве Божьем должно совершаться уже здесь, на земле, ибо Царствие Божие в одно и то же время и близко, и далеко от нас. Но в своем искании Царствия Божьего запредельного и имманентного оба писателя, хотя и каждый по-своему, впали в одно и то же заблуждение. Оба они ошиблись в определении грани между запредельным и здешним. Оба попытались утвердить совершенство Божьего Царства в формах непросветленного здешнего существования. И на этом оба потерпели крушение. Что касается Эрна, то он анализирует творчество Толстого в рамках своей уже готовой к этому времени концепции противостояния новоевропейского рацио и античного христианского логоса в сознании великого русского писателя. Стоит остановиться на полемике об источниках философских взглядов Григория Исаевича Сковороды. После выхода монографии Эрна «Григорий Исаевич Сковорода. Жизнь и учение», 1912 год, третья книга в серии «Русские мыслители», Трубецкой отмечает, что Эрн в своем последнем исследовании о Сковороде, следуя своему обыкновению игнорировать западное влияние на русских мыслителей, совершенно отрицает их по отношению к Сковороде, хотя его же изложение приводит читателя к выводу, что понятие микрокосма для Сковороды одно из основных навеяно влиянием Лейбница, а может быть и немецкой мистики. Вот такое по ходу бросает в своей работе «Миросозерцание Соловьева» замечание Трубецкой. Но тут вот надо заметить, что понятие микрокосма – это очевидный факт, существовало задолго до Лейбница, поэтому критика Трубецкого здесь неубедительна. А что касается возможного влияния на Сковороду немецкой мистики, то эта мысль широко разворачивается в основательном исследовании такого знатока предмета, как Дмитрий Иванович Чижевский, который в своей варшавской книге «Философия Григория Исаевича Сковороды», 1934 год, специально этим вопросом занимается. Здесь проводятся параллели идей, образов и концептов Сковороды с идеями мистера Экхарта, Сузо, Бема, и очень часто возникает имя и параллели с учением Валентина Вейгеля. Тем не менее, я специально занимался этим вопросом. То, что именно Сковорода мог почерпнуть у немецких мистиков, имеет истоки, как вынужден признать сам Чижевский, в эллинской и святоотеческой мысли. Это прекрасно понимал и Эрн, утверждая, что немецкая мистика, цитата, как и вся средневековая мистика Европы, находится в зависимости от христианской мистики Востока. Правда, замечание Евгения Трубецкого, по всей видимости, оказало влияние на Николая Бердяева, который в смысле творчества и практически во всех последующих своих работах подчеркивает важность поздней средневековой мистики, авторы которой не считали человека тварью, подчеркивают в нем божественное начало, и у нас таким был Григорий Сковорода, пишет Бердяев, как раз вот эту линию продолжая. Возможно, это реакция и продолжение вот этого замечания Трубецкого. Но относительно Сковороды, скорее всего, все-таки прав Эрн. Он доверяет здесь самому Сковороде и сообщению его ученика Михаила Ивановича Ковалинского, называющих в числе источников философствования Сковороды только античных и ранних христианских авторов, и, конечно, Библию. Вот это, скорее всего, так оно и есть. Ну, надо сказать несколько слов все-таки по поводу разногласий, связанных с методом историко-философского исследования. Нужно отметить, что только у Эрна, если мы вспомним работы Бердяева о Хомякове, Аскольдова о Козлове и Трубецкого о Соловьеве, такие четыре мощные работы, да, еще эрновский Сковорода, только у Эрна присутствует в книге о Сковороде в специальном введении рефлексия по поводу метода историко-философского исследования. Это связано во многом с тем, что Эрн еще в юности занимался изучением истории первоначального христианства, и очень рано возникла у него потребность
соотнести свои разыскания и взгляды с работами протестантских исследователей, которые тогда задавали тон в исследованиях раннего этапа существования церкви. Речь идет о Гарнаке, о Ричле, Вильгаузене и еще целой веренице исследователей. И поэтому неизбежны были размышления о методологии исторического исследования. И когда Эрн обратился к истории отечественной мысли, у него уже имелись вполне определенные, отрефлексированные хорошо взгляды на тему историко-философского, да и вообще исторического исследования. Их он и излагает в вступительной части к монографии о Сковороде. Метод Эрна – это своеобразная версия герменевтики, которую сам он называет заинтересованным вопрошанием и сочувственным истолкованием. Подобного рода рефлексий все-таки нет ни у Аскольдова, ни у Бердяева, ни у Трубецкого. Они как с чистого листа начинают. Они просто открывают глаза и начинают описывать, каким был Хомяков, каким был, значит, Козлов и так далее. Иногда говорят, что монография Эрна о Сковороде – это его философский автопортрет. Конечно, необходимо развлечение объективно остраненного историографа и философа. Однако замечание об автопортретировании справедливо не только в отношении Эрна. Сам Трубецкой писал, это буквально первые строки его двухтомной работы о Соловьеве. «Предлагаемый труд представляет собой результат всей моей предшествовавшей умственной деятельности. С начала 80-х годов, когда я еще на школьной скамье впервые познакомился с юношескими произведениями Соловьева, и до сего времени я прожил с ним всю свою умственную жизнь. При этих условиях, понятное дело, Соловьев не может быть для меня предметом исторического подчеркнутого исследования. Писать о нем значит вместе с тем определить и собственное свое миросозерцание в важнейших существенных его основаниях». Далее Трубецкой, отвечая уже на критику Лопатина в адрес его работы о Соловьеве, писал: «Для меня учение Соловьева есть мое учение, и, следовательно, настоящее, и притом мое собственное. Поэтому вся задача моего исследования заключалась в том, чтобы показать, что учение это живо, а не мертво. Задача моя по существу не историческая, поэтому и все те упреки Лопатина, которые могли бы относиться к историку Соловьева, не выполнившего своей задачи, ко мне не имеют ровно никакого отношения». Конец цитаты. Философским автопортретом, таким образом, можно считать не только концепцию Эрна, но и соловьевскую монографию Трубецкого, а также, без всякого сомнения, очерк развития русской философии Густава Шпета и историю русской философии Николая Ануфриевича Лоскова как концепции философов par excellence. Но есть и серьезные отличия в подходах. Чрезвычайно показательно, что сам Трубецкой в своей монографии постоянно привязывает мысль Соловьева к Шеллингу, Баадеру и тому подобное. Сергей Михайлович Соловьев-младший в своей работе «Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция» специально отмечает этот момент. «На протяжении двух томов Трубецкой ведет упорную борьбу с Соловьевым», пишет Сергей Соловьев-младший, «принимает в нем весьма немногое, характерное для последних лет. Жизнь Соловьева рисуется Трубецким как история заблуждений. Его философия первого и среднего периода целиком относится к Шеллингу. Его теократические замечания квалифицируются как искушение. Его теория любви преподносится как розовая романтика». Любопытна в этой связи позиция Алексея Федоровича Лосева, который в своей работе «Владимир Соловьев и его время» рассматривает такие вопросы, как «Соловьев и Платон», «Соловьев и Патрисия», там очень четкая рубрификация в этой работе, если вы помните, «Соловьев и Спиноза», «Соловьев и Шеллинг» и тому подобное, скорее, как говорит Лосев, ради академической традиции историко-философских исследований, чем ради выяснения существа самих соловьевских теорий, настаивает в частности, преувеличивать шеллингианские заимствования Соловьева тоже не приходится. Ни о каком прямом заимствовании у Шеллинга не может быть и речи, и в целом. Нет никакой возможности говорить о каком-либо заимствовании Владимира Соловьева у тех или иных знаменитых или незнаменитых философов, известных из истории. Философское рассуждение в теоретических вопросах развивается у Соловьева настолько искренно, настолько убедительно, а также настолько самостоятельно и тончайшим образом критически, что нет никакой возможности говорить о каких-нибудь его прямых заимствованиях у других мыслителей.
Здесь важно подчеркнуть именно различие двух подходов. Эрна и Лосева с одной стороны и Трубецкого с другой. Необходимо понять мыслителя из него самого, полагал Эрн. Источники и предшественники известны, но, цитата, «как бы механически мы ни соединяли учения только что названных мыслителей, оказавших влияние на сковороду, я не буду их перечислять, мы сковороды никак не получим. У сковороды есть собственная, вполне определенная мысль, которую Эрн и реконструирует». Тем не менее, у меня есть еще несколько минут, правда? Тем не менее, можно заметить, что первоначально критический настрой Трубецкого по отношению к Эрну постепенно сменялся ближе ко времени работы над коллективным путейском сборнике о религии Толстого, началом занятия Эрна итальянской философией, более благожелательный режим взаимоотношений и взаимодействий, которые, впрочем, вновь осложнились с началом Великой войны в период напряженных дискуссий о ее смысле. Ну, у меня тут есть этот фрагмент на военную тему, но если позволите, я его опущу, чтобы сказать еще за несколько минут все-таки нечто более важное. Речь идет о статье Соловьева в первом сборнике Владимира Соловьева, «Гносеология Владимира Соловьева», и реакции на эту статью, оценки этой статьи, которая была выполнена Евгением Трубецким в своей двухтомной работе, в первом томе, где он занимает... Да, статья Эрна Владимир Соловьев, и как на нее, как ее оценивает, как на нее реагирует Трубецкой в своей двухтомной монографии о Соловьеве. Я напомню, что Эрн, говоря об оригинальной русской философии, подчеркивает, что парадигмой для нее, и он показывает это в своем анализе гносеологии Соловьева, является не научное познание и не трансцендентальная философия, но, начало цитаты, «смиренное творчество поэта, любовно пестующего живые предрасположения живого человеческого слова». Конец цитаты. В соловьевской идее цельного знания уже, цитата, «ощущения играют роль живого сочувственного материала, который сам как бы подсказывает и внушает познающему свой идеальный образ». Трубецкой. Совершенно неправильно то истолкование гносеологии Соловьева, которое дается в пространной статье о ней Владимира Францевича Эрна. В противоположность Эрну он, Соловьев, под цельным знанием понимает не взятое отдельно религиозное и художественное созерцание, а синтез теологии, философии и науки. Формально, конечно же, прав Трубецкой. Формально прав Трубецкой. Но Эрн говорит не об отдельном религиозном и художественном созерцании, если всмотреться в его текст. Эрн говорит именно о парадигме русской философии, предполагающей принципиальное единство, с его точки зрения, разума философского и разума поэтического. Речь идет об общей модели мироотношения. Вот что означает здесь слово «парадигма». Он дает интерпретацию гносеологии Соловьева именно с символистских позиций. Он символист как Флоренский, он символист как Вячеслав Иванов, его любимый. Евгений Трубецкой символистом не является. Это предшествующее поколение. Напомню, что именно Эрн пригласил на юбилейное заседание памяти Владимира Соловьева в 2010 году Александра Блока, который в своей изумительной речи «Рыцарь-монах» решительно подчеркнул: «Мистическое созерцание трех свиданий – вот подлинный ключ к пониманию миросозерцания Соловьева». В характеристике Эрна явно звучат также положения статьи Вячеслава Иванова «Две стихии в современном символизме», 1908 год. Цитата. «Но как может человек способствовать своим творчеством вселенскому преображению? Мы думаем, что теургический принцип в художестве есть принцип наименьшей насильственности и наибольшей восприимчивости. Не налагать свою волю на поверхность вещей есть высший завет художника, но прозревать и благовествовать сокровенную волю сущностей. Как повивальная бабка облегчает процесс родов, так должен он облегчать вещам выявление красоты. Чуткими пальцами призван он снимать пелены, заграждающие рождение слова». Он
утончит слух и будет слышать, что говорят вещи, изощрит зрение и научится понимать смысл форм и видеть разум явлений. Нежными и вещими станут его творческие прикосновения. Глина сама будет слагаться под его перстами в образ, которого она ждала, и слова в созвучие, предустановленные в стихии языка. Только эта открытость духа сделает художника носителем божественного откровения. Здесь действительно происходит некоторый разрыв между более старшим поколением и поколением младшим, символистским. И вопрос, кому ближе Соловьев, а и те, и другие соловьевцы, один из самых важных вопросов при характеристике философии Серебряного века. Чем больше мы видим в Соловьеве символистскую составляющую, чем больше мы видим в Соловьеве символиста, тем более прав в своей интерпретации его гносеологии Эрн. Спасибо.